Сквозь дождик сеялся хорал на гроб и в шляпы молока. А впрочем, ельник подбирал к прощальным облакам. И без того взошел, зашел в больной душе щемя мечась большой, как солнце балашов, в осенний ранний час. Это отрывок из стихотворения Бориса Пастернака. И да, он тут был. Летом 1917 года. По пути к своей возлюбленной Елене Виноград. Скажем так, выяснить отношения. Останавливался он тут, в гостинице «Метрополь». Теперь он увековечен в парке Куйбышева и в граффити на набережной.